Если вы устали, сразу вам говорите. Мы будем сворачивать лавочку нашу. Еще пару веселых танцевальных композиций специально для вас. Дядя Володя! В молодости, да, вообще. Еще не готовы ее сыграть, мы еще недостаточно разогрелись перед ней. Молодость будет ближе к концу. Для самых терпеливых из вас обязательно ее дождемся все вместе. А сейчас давай, Кирилл, начинай. Она один с чистого листа, читает лирику, не хочет меня.